Спустя всего несколько недель после того, как глава Microsoft Стив Балмер объявил о своем уходе, американская корпорация сообщила, что покупает подразделение мобильных телефонов Nokia. Финского гиганта, а также портфель патентов оценили в 7,2 миллиарда долларов. Первые переговоры о покупке Nokia начались еще 3 года назад, когда подразделение мобильных телефонов возглавил Стивен Эллоп. До этого он руководил в Microsoft подразделением по разработке программных продуктов. После завершения сделки Эллоп снова вернется в Microsoft и возглавит подразделение тех самых мобильных устройств. Вместе с ним в компанию перейдут десятки тысяч сотрудников Nokia, включая работников в Финляндии и других странах мира, которые принимают непосредственное участие в сборке телефонов. Сама компания Nokia сфокусируется на разработке сетевого оборудования, а также технологий для других компаний. По мнению председателя совета директоров компании, это принесет пользу экономике Финляндии. Финляндия станет основной базой для Microsoft в Европе. Стоит отметить, что в результате сделки вместо одной Nokia в Финляндии появятся 2 технологические компании, сильные в финансовом отношении и имеющие возможности для инвестиций в будущем. Это важный двигатель для финской экономики. К Microsoft также перейдут торговые марки Lumia и Asha. Сделку планируют закрыть в начале 2014 года.